Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это продолжение рубрики «Российская премьер-лига в Лиге чемпионов». Ну что же, перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти, поэтому перейдите по ссылочке в описании, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него тоже есть в описании под этим видео, поэтому подпишитесь, кому не трудно, давайте вместе добьем 40 подписчиков и будем сплочаться теперь еще и вокруг игрового канала. Ну что же, у нас такой вот получился второй сезон российской премьер-лиги в Лиге чемпионов. Первый был у нас за «Зенит». Кто не видел, можете обязательно перейти посмотреть по плейлисту. Ну а сегодня мы начинаем за «Краснодар». Минимум 6 матчей. Дальше, я не знаю, если пройдем в плей-офф Лиги чемпионов, естественно, будем дальше отыгрывать. Но посмотрим. Группа на самом деле у нас очень серьезная. Ну и я не знаю, кстати, как будет там жеребьевка выглядеть. Ну что же, вот такой вот у нас матч. Первый — Челси против Краснодара. Мы играем на выезде. Давайте перейдем к матчу. Хотя нет, я бы сначала бы, давайте вот в план игры. Сначала бы сделал самых лучших игроков бы выпустил. Вот Сафонова, например. Так, ну Петров, мне кажется, здесь посимпатичнее, чем Смольников бы выглядел на этой позиции. С обороной вроде все здесь мы решили. Ну а дальше, кстати, я вот не знаю, стоит ли фланги здесь немножко прям поднимать. Не знаю, сколько у Кабеллы будет на левом вингере. 78, да, не сильно такая прям проблема будет. Мне кажется, нам надо будет как-то играть от атаки. Поэтому Сулейманов будет, наверное, на скамейке какой-нибудь запасных. Вот Вандерсона я бы лучше выпустил. Ну, естественно, здесь вопрос либо Ари, либо Берг. Они практически идентичны, на 4 сантиметра только повыше и вес побольше. Ну, я бы Ари бы, наверное, все-таки старт выпускал. Посмотрим, в любом случае, после этого матча, может, что-нибудь да изменится. Так, на скамейке будет все-таки находиться мой земляк Евгений Городов. Так, ну, Смольников идет, Чернов сюда. Получается, ну, зачем мне вот так, тогда мы сделаем вот так. Так, а есть у меня атакующие полузащитники, кстати, в команде есть? Спиртсян какой-то, ну, нет, его точно брать не будем. Поэтому Олсен и Уткин у нас будут. Ну и в, так сказать, на скамейку, наверное, Ионов пойдет и Берг. Поэтому все, вот таким составом будем мы чаще всего отыгрывать матчи. Переходим к самому матчу. Я так понимаю, там у всех форма же нормально. Ну вот, кстати, вот Рамирес не будет, походу, играть. Сразу вот такие вот мы видим проблемы. Сафонов, поэтому Городов будет в старте. Вместо Кабеллы, а я даже не знаю, кого можно вместо Кабеллы выпустить, у меня левых там есть. Ой-ой-ой-ой-ой, какие-то Сабуа, Сергеев. Так, ну вот смотрите, у них 66, самый нормальный, давайте посмотрим других каких-нибудь, Стоцкий 66 тоже. Так, поднимаемся повыше, смотрим, ну вот Сулейманов 71, Ионов 72, поэтому давайте лучше я Ионова. А, Кабелла, так это вообще не его позиция. Понял. Поэтому мне бы надо было бы еще какого-нибудь игрока. Давайте тогда вместо Уткина я возьму Сулейманова вот так. Ну и все, вот таким составом поэтому будем играть. Сейчас Клайсона немножечко даже пониже, наверное, подспущу здесь. Все, ну и вот таким составом мы выйдем на матч против Челси. Поехали. Итак, Стэмфорд Бридж. Челси сегодня принимает Краснодар. Первый тур у нас Лиги чемпионов. Прошлый сезон мы очень плохо провели именно за «Зенит». В первом же матче проиграли вроде 2-1 Брюгге, либо 2-0, либо 1-0. В общем, поражение у нас точно было вот от Брюгге. Поэтому не знаю, как у нас получится сыграть за Краснодар. Команда, не знаю, ну не так сказать, что более сильна, чем «Зенит». «Зенит», мне кажется, самая вот сильная команда российской премьер-лиги. Но вот соперники здесь как-то пожестче, мне кажется, вот «Севилья», «Челси». Поэтому посмотрим. Вот «Рен», мне кажется, будет очень равный для нас соперник. Я пока что на нейтральном начну, потому что все-таки первая у меня вообще игра за Краснодар в Pro Evolution. Поэтому посмотрим, что из себя вообще представляет эта команда. А там уже будет видно. Так, хорошо, Ари. Не прошла, к сожалению, передача. Здесь уже Канте, Зиеш, Аспиликуэта все подключаются к владению мячом. Удар какой опасный, это 1-0. Кто это, Кристиан Пулишич забивает? Да. 22-я минута, 1-0. Мы пропускаем на выезде. Поэтому сейчас в любом случае, ну, уже терять нечего, поэтому я перейду в атаку.
Посмотрим, может быть, что из себя представляет Краснодар в атакующей схеме такой. Ну а здесь уже просто по пустым нас расстреливают. Зиеш забивает на последней минуте. 2-0. Ну здесь уже просто нам действительно смысла и не было какого-то обороняться. Надо было идти в атаку. Ну и все. Первый матч мы начинаем с поражения на выезде против Челси. Мне кажется, здесь нам третье место занять только из Сулит. Поэтому, ну, матч на самом деле мы равный выдали. Мне понравилось, как играет Краснодар. А лучшим игроком стал Зиеш, у него 7,5 оценка. Ну что же, после первого тура мы находимся сейчас на третьем месте. Севилья разгромила 4-0 Рен. Поэтому против Рена, мне кажется, нам будет намного интереснее играть. Вот, потому что там действительно будут шансы. И, кстати, у нас второй тур и получается, наверное, пятый, там либо шестой будет. Шестой, скорее всего, против Рена. Третий и четвертый мы будем играть против Севильи. Поэтому в любом случае интересно. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Ну а с вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.